большой саундбар с беспроводным подключением. Распакуем саундбар Samsung HWT-400. В комплекте саундбар, пульт управления с батарейкой типа 3А, кабель питания. Переходим к устройству. Это небольшой саундбар длиной 641 мм и высотой 65 мм. Он выдает довольно скромные 40 Вт и уже комплектуется встроенным сабвуфером. По подключению к телевизору все максимально просто. Оптический кабель или Bluetooth. Последний можно использовать для соединения с мобильными устройствами, например, чтобы послушать музыку со смартфона. Для быстрого сопряжения со смартфонами в саундбар встроен модуль NFC. Прикладываем телефон к верхней части панели, и связь установлена. Кроме того, саундбар комплектуется обычным разъемом 3,5 мм и портом USB для воспроизведения музыки с внешних накопителей. И напоследок об управлении. На правой грани саундбара есть панель с четырьмя клавишами для управления громкостью, режимами работы и выключения устройства. Также в комплекте идет удобный пульт, вместо которого можно использовать пульт от некоторых телевизоров Samsung. Увы, но абсолютно любой пульт этот саундбар не поддерживает. Подытожим. Этот максимальный компактный саундбар заменит колонки в телевизоре и станет аудиоцентром всей гостиной. Если вам не нужен мощный внешний сабвуфер или у вас мало места, то такой саундбар вам однозначно подходит.